Всем привет, ребята, вы на канале Санишка играем вместе. И сегодня мы с вами поиграем в игру Культ Криптидов начало. Культ Криптидов часть вторая. И, ребята, сегодня я вам покажу, где найти дерево, которое загорается, которое бьет молния, которое загорается. Все это, ребята, достаточно эффектно. И давайте мы это все с вами посмотрим. А вы пока, ребята, не забудьте подписаться. Так, что случилось? Ребята, что это происходит? Значит, тормозит почему-то. Что-то... Да. Ребята, как эта собака залезла в дом? У меня вот только один вопрос. Или это не собака вообще, что это такое? Страшный зверь, оборотень. Ребята, не успел записать еще ролик, уже был атакован этой страшной собакой. Значит, чтобы найти загорающееся дерево, ребята, я надел прибор ночного видения. Вот, ну если без прибора, то вам нужно увидеть вот эту ветряную эту штуку. Вот, давайте, и идете, ребята, в этот район этой ветряной штуки. Так, давайте попробуем. Ничего не видно. Вот, ребята, вы видите вот этот ветряк и вот это дерево, вот оно, где я показываю курсорчик. Давайте я выключу все и буду просто к нему подходить. Да, ребята, смотрите. Это просто очень красиво. Дерево загорается. То ли от того, что в него попало молния, то ли еще от чего-то. Смотрите, как оно светится красным и все и исчезает. Вот, ребята, и потом оно становится вот такое вот уже обгорелое, и потом она уже не воспринимается. И только когда вы выходите уже из игры и заходите снова, вот оно опять, ребята, загорается. Вот такая интересная штука от разработчиков, то есть вот такой эффект. Не знаю, какая еще от него польза, ну только для того, ребята, чтобы мы могли насладиться вот этим вот эффектом. Ну и такой эффект неожиданности довольно интересный. То есть ориентируйтесь на вот этот ветряной, на ветряк, да, на вот эту цистерну, на ветряк. И когда вы выйдете из дома, вы обязательно, ребята, увидите это дерево. Вот, его не пропустите. Вот оно выглядит так, когда уже, ребята, оно сгорело и загорелось. Ну что ж, ребята, а вам, если понравилось это видео, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, нажмите на колокольчик, и всем пока!